Ребята, открывается новая грань таланта. Беспричинная радость. Это вот после всего моего опыта, когда я покрушаюсь своим вниманием в сердце, вот на этот источник энергии, источник жизни во мне открывается беспричинная радость. И сегодня уже второй раз у меня, наверное, в минут 40 после сотворения состояния, просто минут 40 беспричинной радости, просто вниманием, когда я здесь, когда вниманием в сердечном центре, все, меня просто кроет, и это настолько до слез, это даже до слез сегодня было. Я давно так не смеялся, и это новая грань Христосознания, которая открывается и наполняет просто любовью.